сейчас оно идет, ну все, человек уже, у него был такой шанс, он его не реализовал. И эти процессы, чем бы они ни закончились, впоследствии доверие утрачено. И я считаю, что все равно это не быстрый процесс, даже если что-то там и пойдет по-другому, и он выйдет и будет свободным гражданином, я считаю, что уже его поезд ушел в данной ситуации как мэра. На мой мысль, не сначала были. Можно, представьте, пожалуйста, как это было? Ну, я один из организаторов пикета, новая Татьяна Анатольевна. Вообще, общественный экспертный совет города Бирска мы недавно создали. А долго ты стоять? Мы будем 2 часа стоять в нашей организации. И все боятся. Как зовут вас? А зачем? Вы хотите прописывать моими фамилиями, что меня уже сфоткали? Нет, ну хотя бы представьтесь, и почему вы все-таки решили выйти на это? Ну, это разговор пикет. Не одной минуты. Это как бы... Возможно, у вас есть какая-то основная идея, какой-то протест, основная который... Основная моя идея, вот я в школе работаю, убрать директоров от тарифного фонда. Наше руководство, которое в Москве, вот лично у меня создалось впечатление, бухивает деньги не в зарплаты, не в ставки учителей, которые очень низкие, там 5-6 тысяч от категории зависит. А вот этот тарифный фонд вбухивает, вбухивает, директор становится полновластным распорядителем этого фонда. Вот я ему дал название «кому хочу, тому даю, куда хочу, туда верчу». То есть будет чуть-чуть учитель нелояльный, выскажет свое мнение, он получит в разы над тарифного фонда меньше. И всегда можно аргументировать, всегда можно найти какую-то причину, объяснить, почему ему там дали меньше. Причем все это, если более-менее в порядочных школах распределение над тарифной надбавки вывешивается, там учительский пишет за что, как, почему. То у нас там это держится, например, в секрете, и что-то, либо какую-то правду выявить очень тяжело. То есть я уже, например, с директором не разговариваю устно, это бесполезно. Если какой-то вопрос задаю в письменном виде, чтобы мне был ответ, и то не всегда там дают. Вы преподаватель? Вот, да. Вот как бы я уже изнутри эту кухню вот 12 лет на себе этот гнет ощущаю. Я работаю не так давно, 12 лет, как бы не с самого начала пошла. Я была до школы, работала во многих местах, и нигде я не видела такого гнобления, такого давления на человека, как вот именно в школе. Ну, может быть, конечно, в пеницитарной системе в тюрьме, может, там еще больше. Но нигде такого нездорового отношения, когда вот, люди боятся, вот я не видела, к сожалению. А вы поддерживаете лозунги, связанные с отставкой Потапова, горсовета? Ну, как вот говорят, раз человека взяли на взятки, да, то есть не хотел бы человек не брал, наверное, да? То есть какие-то видеоматериалы есть, я лично не видела, но как газеты пишут, уже раза 2-3 пишут, вот. Наверное, если человеку вот насильно вот так под прицелом не засунешь, наверное, трудно доказать, что он брал взятку. Просто как бы его раньше повязали, потому что он не от правящей партии. Вот если бы правящая партия расправлялась так со своими, вот как у нас Терепа, да, там годовой бюджет уворовывали за год и ничего, и Терепа сейчас в пенсионном фонде работает, молодец, там замы все сидят, он работает. Вот. А этого побыстрее схватили, потому что, как, опять все избирательно, да, закон можно туда-сюда повернуть. Он Сердюков и вообще похерил, как говорится, оборонку и ничего, живой ходит. Меня зовут Лаврухин Алексей. А зачем вы пришли на пикет? Что вот вас подвигло сюда прийти и встать с плакатами? Я разделяю требования организаторов, поддерживаю изложенные здесь лозунги. Мне тоже не устраивает, как жители города Бирска. Позиция и состояние в управлении города настоящего. К сожалению, мы видим результаты, начиная от состояния дорог, как и уже всем надоело об этом говорить. Состояние ЖКХ, до чего доведена КБУ и ряд других вопросов, в том числе с учебниками. Сам как юрист полностью изучил вопрос о гарантии государства о предоставлении бесплатных учебников и ежедневно сталкиваюсь с сообщениями и жалобами родителей, из которых предлагают либо самим купить, либо сдать деньги на приобретение учебников, которые уже деньги выделены, либо планируется их выделение. Поэтому не согласен с такой ситуацией. Считаю, что нужно что-то делать и сообщать как можно большему количеству людей о тех гарантиях, которые у них есть. Ну скажите, а кого бы вы видели на месте главы города? У вас есть какие-то Нет, конкретных кандидатур
у меня нет. Хотелось бы, чтобы это был опытный человек, профессиональный, который раньше не один год работал в этой области. Был управленцем, руководителем и как можно меньше зависимым. Понятно, спасибо. Человек, знаете, много будет, но ведь вот эти дрязги, сплетни, вот когда читаешь, вот мы в «Курьере» читаем, столько грязи льется с той и с другой стороны, а фактически, чтобы могли разобраться люди, что им легче стало жить, вот этого этих вопросов нет. Вот самое главное. И все время что-то они там разбирают, мало касается, и все время какие-то дрязги. Знаем сейчас, что много очень стал строить вот Голубев один. Куда ни ткнешься, вот все это Голубев. Кто он у нас такой, этот Голубев? А попробуй к нему пойти. Вот, знаете, это уже сейчас. Мы живем в этом деревне Морозово, я вот здесь. Местный житель, но у меня там как типа дача. И я рядом с Голубевым, и сгорели у нас сарайки. И мы попросили у него отходов от деревообрабатывания, которые на дрова. И то он сбежал от меня, хотя он наш сосед и хорошо меня знает. И все, все. Ему было жалко, даже 1,5 кубометра мы у него вот этих горбыля попросили, чтобы перекрыть их и сделать. У нас все надворные постройки, все сгорело, неизвестно по какой причине. Это Виктор Алексеевич или Владимир Алексеевич? Виктор Алексеевич, который наш строитель заслуженный. Понятно, спасибо вам.